Раз уж я все равно буду поблизости, надо бы поздравить старика. Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. А, день выборов. Система может и порочна, но я все равно пойду. Это мой долг. И рождественская елка. Опять тащить эту пожароопасную штуку в свой дом. Так, и где это? А, я думаю, мне нужно приниматься за дело. Какой кретин придумал это? Черт, я даже не понимаю, куда нужно поставить крестик. Они даже дырки не смогли пробить в нем по-человечески, но я уверен, что они засчитают его. Черт, я не смог его до конца заполнить, но я думаю, они догадаются, что я хотел выбрать. Слишком легко.
Спокойно, дети. Теперь цветочки будут расти. Быстрее. Какое огорчение? Сегодня день окончания ваших жизней. Лежать, если не хотите подохнуть. Лежать! Мне нужно поискать лекарства. Да-да-да-да! Мне определенно нужно еще. И это все, что они могут сказать. Интересно, можно ли этой штукой разрезать консервную банку, а потом нашинковать грибочки? Теперь цветочки будут расти быстрее. Ты защищай. Яйца! Какое облегчение. Ай,
Товарищи! Я врезал его по башке! Тащи сюда этого урода. Он все еще спит. Тогда разбуди его. Мы сделаем это прямо здесь? Да, здесь. Похоже, безопасно. Сегодня ведь не вторник. Кто первый? Ты был первым в прошлый раз. Теперь моя очередь. Эй, просыпайся. Ой, мамочки, теперь лопата у него. Мне нужно поискать лекарства. Ой, бог мой, я стал бомжом. О, великолепно, только вот этого еще не хватало. Боже, я не могу пойти домой в таком виде, я должен сходить в химчистку. Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. О, эта штука хорошо действует. Мне нужно поискать. Так, ты меня определён. О, эта штука хорошо действует. Круто. Так, мне уже лучше. Я просто так шучу. Thank you.
Боюсь, у меня больше... Похоже, этим идиотам я чем-то не нравлюсь. Лучше держаться от них подальше. Лежать, если не хотите подохнуть. Чего? Стой на месте! Чувствую себя не очень хорошо. Я обнаружил подозреваемого. Ты пойдешь со мной? Что? Вижу подозреваемого. Я знал, что ты тот. Будут одни неприятности. Я не люблю ломку. Боюсь, у меня больше не будет. Я вообще не думал, что я не смогу убить. Я чувствую себя потрясающе.
Да мне так, мне уже лучше. Опять не то. Так, это опять не то. Нет. Это не то. Ты, вероятно, и не думал, что тебе суждено уметь. Сухая слишком. Ты, должно быть, вот так неудачно шутишь, да? Ты должен... Какое облегчение! Похоже, это то, что... Так, надеюсь, эта сука оценит мои усилия. Смотрит на нашу любимую рождественскую елку, граф. И что, по-твоему, мы должны делать, дружище? Мы сделаем это прямо здесь? Давай преподнесем ему рождественский подарок заранее. Сейчас он у меня попляшет. Мои яйца! Президент Чак Хэстон, получайте по заслугам грязные обезьяны. Так, мне уже лучше. Я должен перестать курить. Это дерьмо. О, это ж мне нужно, мне нужно, мне определенно нужно еще. Я чувствую себя не очень хорошо. Я чувствую себя дерьмово. Мне нужно поискать лекарства. Так, мне нужно лучше. Мне нужно поискать лекарства.
Так мне уже лучше. Спасибо. Это может не повредить, но я чувствую себя потрясающе. Пришло время идти домой. Полегче. Рождественская елка. Мне не терпится нарядить ее. Она досталась мне очень дешево, так как сейчас июль. Ну, я надеюсь, что ты проголосовал сегодня, и твой выбор изменит будущее. Ты хочешь сказать? Чего? Я спросил, у нас есть пиво? Меня дико мучает жажда после сегодняшнего.